Николаев. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Все в порядке? Ну, да. Ваш автомобиль? А что? Вы с какой целью установили? А? Вы с какой целью установили? Я? Поинтересоваться, как дела у вас? Удостоверение ваше. Заблудили, что-то там постояли. Удостоверение ваше можно? Не слышу. Удостоверение ваше. Да я же вам представился. Удостоверение ваше. Ваше. Показать ему или что? Да. Вы говорите, удостоверение ваше, я же ваше. Я вам сразу сказал, удостоверение ваше можно увидеть? Ну, по просьбе, трудящийся, представляю. Ну, вы же сразу удостоверение. А что удостоверение? Показать или что, я же не знаю. Может спросить, есть, нету. Вам водительский свой дайте. Нужен? Пожалуйста. Талюхин Алексей Сергеевич. Ну так и. Ну, все в порядке, я спрашиваю. Ну вы жезлом смахнули, с какой целью? Поинтересовался, все, мы сюда заехали, постояли. Такая причина остановки есть, да? А? Такая причина остановки есть, да? Причина остановки? Да. Человеческая. Человеческая? Да, я запереживал за вас. Вот у вас белый заблетали, да? А? Вы приказ знаете вообще, 185-й читали? А вы знаете? Я да. Так он вам не нужен, шпион. Вы знаете правила. Нет, для вас это регламент. Для нас он приказ. Кого? Он опубликован. Специально для людей. А что? Я. О 10 причинах остановки. О 10 причинах остановки. Среди которых. Я вас наказывать ни на что не собираюсь. Почему? Вот именно, естественно, нет. Ну так и с какой целью вы остановили? Интересоваться. Это есть в приказе, да? Нету. Нету? Нету. Ну, вы понимаете, что взмахнул жезлом? И что? Вы нарушили мои конституционные права. Мне домой пойти, уволиться или что? Что это ваши права нарушили? А, какие-то вот непонятные. Да? Какие вы спрашиваете? То есть вы считаете это нормальным, я да? Я не слышу, что вы говорите. Вы считаете это нормально? Вполне. Вполне? Приятно, вполне ситуация. А что? Ну, мы сделаем, я думаю, запрос. Какой? Да, и вы вообще откуда? Губкина. С Губкина. Там же написано все. Вот туда вот и сделаем. Что сделать? Ну, запрос по какой? Поводу, с какой целью вы меня останавливали и так далее. Вами и я думаю. Точно. Со мной? Да. Да. Медицинской помощи ничего не нуждаетесь? Ну, абсолютно. Все хорошо. Отлично. Ваша машина. Какая разница? Какая разница? Ну так, какая разница? Ну, может, вы угнали где-нибудь. И что? Так что? У вас ориентировка есть. Пока нет. Ну нет, все. Ну отлично. Отлично, приоры и Kia Optima, это вещи разные, глубоко. Ну, она как бы странно не видно, что за машина, вообще подумал, что это Hyundai, честно сказать. Ну, я отлично. Когда он сзади уже убедился, что эта машина есть. Еще у вас есть ко мне вопросы? У меня больше нет, по-моему, вопросов. До свидания. Счастливого пути.